придумал конкурс трех правильных ответов. И сегодня в роли таинственного человека, задающего бессмысленные вопросы этой викторины нам с вами, в этой роли выступает Анатолий Крупнов, лидер группы «Черный обелиск». Толя, что сегодня нового у тебя и у твоей команды? И главное, какие призы ты приготовил нашим победителям? Здравствуйте все. «Черный обелиск», как всегда, приветствует своих болельщиков. Здесь Анатолий Крупнов, и я хочу рассказать вам о наших самых последних новостях. Первая новость. Мы работаем сейчас в студии SNC, мы записываем две пластинки сразу. Одна из пластинок — это «Стена», ремикс нашей старой пластинки. Ну, вы, наверное, все ее знаете. И вторая пластинка — это самая новая пластинка. Где они будут выходить, я еще пока не знаю. Но думаю, что где-то в районе мая месяца они все-таки выйдут. И вторая новость. Сейчас мы работаем с Гариком Скачевым, с Сережей Вороновым, с Пашей Кузиным, ну и всеми остальными вы знаете, с Петром Тихоновым, с Рушаном Аюповым в группе «Неприкасаемые». И я думаю, что где-то в конце апреля состоится наш первый концерт. Что же касается призов. Во-первых, это плакат «Черного обелиска» с нашими автографами. Во-вторых, это пластинка «Черного обелиска» с нашими же автографами. И в-третьих, это майка «Черного обелиска». Касательно вопросов, вопросы задаст Сережа Галанин. Yeah.
больше зла, нет больше снов, нет больше женщин, нет больше основ, нет больше мест, нет больше лжи, нет больше тех, кто кидает ножи. Нет больше слов, нет больше дней, нет больше света, нет больше теней, нет больше игр, нет больше прав, нет больше тех, кто желает добра, нет больше думающих лиц, нет больше головных болей. Нет больше красочных столиц, нет больше матовых полей. Нет больше споров ни о чем, нет больше планов впереди, нет больше сколько и почем, нет больше стартов позади. Дана отмазка, путь открыт, и ты не думая идешь, дорога под ноги бежит, а ты все ждешь, пока живешь. Может, когда-нибудь найдется лучший путь, и время не беда. Но пока ты жив, перед тобой лежит дорога в никуда. Ну а вопросы нашей викторины имени Алексея Лапшина, я думаю, давайте назовем так нашу викторину, сделаем приятное нашему коллеге. Вопросы следующие. Итак, какой напиток Анатолий Крупнов предпочитает пить по утрам? Маленькая наколочка. Это обычный напиток горячего содержания, в который добавляется немного чего и в каких пропорциях? Вопрос номер два. Кто по возрасту самый старший и самый младший в группе «Черный обелиск»? И вопрос номер три. На стихи какого поэта был написан второй альбом группы «Черный обелиск»? Звонить по телефону. Звонить нужно в среду с 11 до 12 дня. Итак, ваши правильные ответы, наши классные призы. Ну и в конце программы хочется пару слов сказать о начальстве. Начальство надо уважать. Так вот, все наши программы руководит не откуда-нибудь, а из Лондона Андрей Харченко. Андрей, привет тебе от Rock'n'Roll TV. Ну а всем телезрителям пока. До новых встреч.